продаем кошек. Вот ее так приятно тактильно трогать. Это можно не вставлять в кадр, просто я так решил сделать. Меня зовут Даша, я рада вас приветствовать в кофейне «Море кофе», которая сделана из настоящего морского контейнера. Я ее основательница, а проектировали мы ее вместе с Пабло и его большой командой. Привет, меня зовут Пабло Джонатан Пукно-Гармел. Я являюсь основателем международного дизайн-сообщества Personal Message Community. Я и моя команда для Даши и проекта «Море кофе» разработали новый проект утилизации контейнера в городе Сесерть. Это уже второй контейнер, который мы построили. Первый, мы его называем демо-версией, вел себя в эксплуатации нестабильно. У него то текла крыша, то скапливалось большое количество конденсата, и поэтому я решила его перестроить. Ну что, а теперь пора посмотреть, какой же проект разработала моя команда Personal Message Community для кофейни «Море кофе». Пойдемте. Это не просто проект интерьера контейнера, это вообще проект полного переосмысления его с точки зрения конструктива относительно первого контейнера, который был у ребят. Мы переделали все узлы, все элементы, начиная от того, как крепятся окна, заканчивая тем, как управляется контейнер, его инженерную систему. У нас получилось добиться того, чтобы у ребят была вода, было максимально комфортное использование всех рабочих зон. Но теперь давайте немножко о деталях. Наверное, самое важное, что здесь есть с точки зрения визуального контакта посетителя и самой кофейни, это вот эта прекрасная барная зона, где команда дает, собственно, твой любимый готовый напиток. В основу всего проекта легла концепция Ре, и во всех деталях вы увидите то же самое. Это не просто какой-то паттерн, который был нанесен на какую-то деревяшку или фанеру, это все сделано из переработанного пластика. Есть такая команда 99 Recycle Санкт-Петербурга, которая делает материалы из крышек, в данном случае крышки, которые выплавляются, создаются ряды и листы, которые потом мы уже собирали мебель. Пол, который использовался здесь, натуральный мармолиум, который также как бы говорит о том, что это все-таки переосмысление и переделка одной функции в другую. Здесь были добавлены в само вкрапление там элементы какао, как тоже такой омаж на то, что это как будущее кофейни будет использоваться в кофейне. Немножко расскажу про функционал. Мы продумали все, начиная от того процесса, как люди готовят кофе. То есть здесь ты работаешь с молоком, потом ты подготавливаешь эспрессо, здесь же непосредственно готовишь сам напиток. Были продуманы все детали, чтобы ребятам было удобно. Мы продумали момент, что если вдруг, не дай бог, опять будет ковид, да и вообще, что тебе удобно отдавать людям в летнее время напиточки через окошко. Есть очень быстрый доступ до всех деталей, в общем, и очень большая зона хранения, которая для кофеин такого формата, ну, просто безумно важна. Приходите к нам посмотреть кофейню вживую, посмотреть, как это все выглядит в реальности. Мы находимся в городе Сесерть, и у нас есть отметка «Море кофе» на Яндекс.Карте.